Длина миди – это уровень примерно середины голени. Такое платье создаст элегантный и женственный образ. Оно подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев. В таком формате можно создать и дерзкое сочетание. Тренд на среднюю длину появился в 40-х годах прошлого века. Тогда женщины начали все чаще носить более удобную и функциональную одежду. С тех пор она стала неотъемлемой частью гардероба многих модниц. В 60-х мини-юбки на некоторое время вытеснили эту модель. Сейчас платье миди снова на пике популярности. Не забудьте воспользоваться таким простым способом быть в тренде. С платьем средней длины можно создавать разные аутфиты. Например, с курткой-косухой и сапогами высокими – это будет рок-образ. А с балетками и кардиганом – более нежный. В таком платье хорошо смотрится юбка солнца. Обувь можно подбирать любую. Главное, чтобы она подходила по стилю. В коллекциях модных домов можно найти платье миди с удивительным кроем и необычными деталями. Чаще всего это А-силуэт, достаточно классическая форма, поэтому дизайнеры экспериментируют с принтами и фактурами. На подиуме представлено множество вариантов. Для каждой девушки найдется что-то свое. На первой модели мы создали комфортный повседневный образ с помощью легкого бомбера. Чтобы не сделать аутфит бесформенным, мы подвернули рукава. Второй образ более вечерний. Так смело можно идти в театр. Легкое платье, туфли-лодочки, небольшой клатч. Украшения также дополняют образ. Следите, чтобы край подола не попадал на самую широкую часть голени. Это визуально сделает ноги массивными. Не перекрывайте линию талии объемным верхом, чтобы сохранить фигуру. Обувь не должна заканчиваться на одном уровне с платьем. Либо короткие лоферы, либо длинные сапоги. Миди – пластичный инструмент в ваших руках. От принта и кроя полностью зависит итоговый образ. Сочетайте фактуры и формы, чтобы выработать индивидуальный стиль. И эта одежда обязательно займет достойное место в вашем гардеробе.